Всем здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл их впервые, я живу в Турции, перевожу новости на русский язык из официальных источников. Все, что здесь в стране происходит, это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. И в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, если вы хотите быть в курсе всего того, что здесь в Турции происходит, о чем на самом деле говорят и судачат турки, что их интересует, то вам точно на этот канал. Ну а мы с вами приступаем. За эту неделю каких-то существенных политических новостей не произошло. О чем уже вот две недели буквально началось это в Байрам, в празднике, сплетничают, обсуждают турки о повышении налога на выезд за границу. Для тех, кто не знал, для обладателей турецкого паспорта, у кого есть гражданство, если ты вылетаешь из страны по турецкому паспорту, то ты обязан заплатить пошлину на границе в аэропорту, есть специальные терминалы для оплаты. На данный момент стоимость пошлины 150 турецких лир, но планируют ее поднять до 1500 турецких лир. Была первая такая информация. Но попозже, когда об этом начали очень много судачить, сейчас время отпусков и поездок, и сплетни доросли до того, что сумма будет увеличена даже до 3000 турецких лир. Кстати, если вы иностранец с двойным гражданством, и вы можете в эту поездку выехать по вашему паспорту, то вы ничего платить не будете. Все зависит от вашего паспорта, по какому вы вылетаете из страны. Но 3000 турецких лир — это порядка $90 оплата. Большинство людей, конечно же, высказывало свое недовольство, и издание «Карар» писало о том, что представители правящей партии посчитали, что сумма в $90, ну, слишком уж велика, и будут дискутировать по поводу 1000-1500 турецких лир за человека, это 30-50 долларов или евро. Могу со стороны, как житель, гражданин Турции, сказать, что, скорее всего, первая информация, она была более правдивая про 1500 лир, когда уже началось возмущение, появился вброс, там, различные публикации в СМИ о 3000, чтобы шокировать еще больше, а потом уже подспустить всю эту историю до той цифры в 1500 лир, которая изначально озвучивалась. Но сумма в увеличение до 1500 лир, это фигурировало порядка недели примерно, об этом дискутировали. Потом внезапно вообще начали говорить о 3000, были эти заявления. На данный момент это все рассматривается, потому что у нас вот грядут опять повышение налогов. В эту же копилку с 1 июля 2024 года, буквально на днях с понедельника, в один момент подорожает электроэнергия, электричество в Турции, внимание, на 38%. 38% просто мы проснемся в понедельник и будем платить больше. Устраивает ли это всех? Конечно же нет. Люди тоже напряглись на эту тему, обсуждают, но всевозможные выплаты, повышение налогов и так далее уже никого не пугают. К слову, про экономику буквально... На днях была информация, да, и подорожал бензин, производные все, в общем, заправить теперь машину, литр бензина стал дороже практически на 2 турецкие лиры. 2 турецкие лиры – это, наверное, 6 рублей за литр сразу в один день. На днях в Стамбуле, в районе Бахчелиевлер, ночью в 4 утра обрушилось 4-этажное здание. Слава богу, никто не погиб, под завалами чудом никто не остался, МЧС прибыли на место, разбирали эти завалы. Этому зданию, ну, оно не супер-мега старое, но порядка 50-60 лет, да, старая постройка, но по истории Стамбула сотни лет, да, она не самая древняя, да, довольно-таки на фоне всех построек молодое здание. По закону, по документам, оно 4-этажное. Но 20 лет назад примерно над ним настроили еще 3 этажа, нелегально, абсолютно незаконно. И, ну, собственно, вся эта история обрушилась, это было неустойчивое, фундамент не выдержал, там все наклонилось в сторону, и вот ночью оно рухнуло, по сути. К новостям криминала. Опять у нас в социальные сети попала сводка. За 24 часа на днях в Турции было убито 6 женщин. И эта криминальная сводка зарегистрировала эти убийства. Они были все совершены мужчинами в отношении женщин. Они все на почве ревности, неприязни, неразделенной какой-то любви. То есть это все в основном про бывших супругов,
про людей, которые находятся сейчас в бракоразводном процессе, когда процесс бракоразводный закончился или связан с домашним насилием, когда абьюзивные отношения не законченные, но они вот в данный момент происходили. Страшная статистика, я до этого в новостях говорила неоднократно, скорее всего, эта статистика регулярна, да, но в СМИ она попадает просто не всегда. И опять же, это вызвало такую эмоцию, бурю обсуждений в социальных сетях. Также объявлены новые правила для заключения брака для иностранца с гражданином Турции, неважно, там мужчина это или женщина. Новые правила теперь требуют, чтобы иностранец на момент подачи заявления в ЗАГС имел свой действительный паспорт своего государства и законный вид на жительство, нахождение здесь, в Турции. И ВНЖ теперь является неким вот этим допуском для подачи документов на брак в Турции. Это усложняет, конечно же, задачу, потому что для получения ВНЖ сейчас очень много отказов, получить ВНЖ очень трудно, и, соответственно, пока ты его ждешь и получаешь, идет какое-то время, это пакет документов, это деньги, опять же, вероятность, что тебе откажут, очень высока, и получить вот этот ВНЖ для того, чтобы подать на брак, это очень долго, трудно и затратно финансово. Когда раньше было очень просто, ты приезжаешь в страну, собираешь пакет документов, там стандартный для ЗАГСа, который они потребуют, там, типа справка о несудимости, если ты был в разводе, подтверждаешь, что ты в разводе, документы медицинские, анализы нужно сдать, и флюру, и все, по сути, ты заключаешь брак, платишь пошлину в ЗАГСе, то теперь нужно, либо чтобы обязательно был действующий паспорт загранной твоей страны, по которому ты приехал, и ВНЖ Турции. С чем это связано? С тем, что иностранцы заключают браки с гражданами Турции для получения как раз ВНЖ, можно потом, когда ты заключил брак, легко, практически 100% тебе дается ВНЖ по браку. И в связи с отказами за последние полтора года увеличилось число людей, которые вступают в фиктивный брак именно для получения ВНЖ. А 3 года ты отжил в браке с турком и можешь подаваться на гражданство уже. Получать жена или супруг гражданина Турции может получить гражданство. То есть это все гораздо легче. То есть правительство Турции планирует увеличить срок наказания за преступления, которые направлены в отношении учителей и педагогов на рабочем месте. За умышленные телесные повреждения. Раньше это было наказание 2-3 месяца заключения, а сейчас от 6 до 9 месяцев тюрьмы. За угрозы вербальные, в особых случаях это до 6-7 лет. Тюремные сроки за такие преступления не будут отсрочиваться, подходить под какую-то амнистию, если она проводится в стране. Также этот закон распространяется на учителей в частных ÖZEL, что это отдельное вообще подразделение, частных школ, так и государственных. То есть никакой разницы, просто если ты учитель, тебе угрожают, либо наносят телесные повреждения, бьют, драки и вся прочая история, наказания эти увеличиваются. 5 турецких университетов вошли в 500 лучших университетов мира в этот топ-рейтинг. Его проводил рейтинг-агентство QS World. Анкарийский университет ОТУ, Ближневосточный технический университет, он занял 285 место. Далее у нас идет Стамбульский технический университет, 326 место в этом рейтинге. Затем университет Коч, он частный, 401 место занял. Билкент, это в Анкаре университет, он тоже частный, он занял 477 место в этой строчке. В Турции в топе внутри страны университеты, конечно, государственные, но не все, конечно же, ну типа там, как в России, там МГУ, такого уровня, да, до первого места, но вот в рейтинге мировые и частные попадают. Что в этом рейтинге отслеживали? Это соотношение преподавателей-студентов, достаточное количество преподавателей для студентов, уровень иностранных студентов, чтобы они были, обмены с другими странами, естественно, языки, на которых изучается, чтобы тоже процентное, то есть студент, выходя из университетов, этих мог свободно, не знаю, там, работать, да, говорить на другом языке и так далее, преподавание на других языках отслеживалось. Ну и, конечно же, научная база, это различные научные статьи, работы сотрудников, преподавателей, их уровень педагогического состава и так далее. То есть
именно образовательный процесс и результат, с которым студенты выходят из этого учебного заведения. Так что у кого, кто абитуриенты, сейчас какая-то тема актуальная, в середине июля абитуриенты турецкие понесут свои документы, экзамены ЕГЭ сдавать в университеты, поэтому такая свежая есть информация, можете присмотреться к этим учебным заведениям, они в топе. Вчера буквально самая свежая социальная новость. В сетевом магазине «Gratis» опять были скидки 80%, и вчера у нас с обеда завирусились видео опять драки за косметику в очередях, споры, но они какой-то большей силой и агрессией в этот раз, то, что было буквально парочку недель назад, да, до Байрама скидки. Вообще скидки по всей Турции начались, сезонные летние распродажи на одежду, в том числе, отметить на всякую Зару, Ойшу, Бершка, там, Массимо Дутти и тому подобное, косметика в том числе. В общем, такой ажиотаж. И вот один только из всех сетевых масс-маркет косметики магазинов сделал эту скидку, опять же, 80%. И вчера опять же ломились вечером, в 9 вечера закрывается магазин, очереди у входа, продавцы объясняются, ребят, извините, рабочий день 10-часовый закончился, нам надо закрываться, вызывали опять полицию. И все это даже привело к тому, что вчера вечером на федеральном канале был сюжет, собранный из вот этих осколочков, все склеенных в интернете, как люди там дерутся, друг другу волосы выдирают и спорят там за шампунь, кто его возьмет и так далее. Даже обсуждалось на федеральных каналах, как некий такой социальный феномен уже, да, поведение людей. Вот мне интересно, кто живет в Турции, кто смотрит, скажите, пожалуйста, покупали вы ли что-то, например, вчера или в предыдущие байрамские скидки в «Gratis»? Если да, то удалось ли что-то вам купить? Была ли настоящая скидка? Дело в том, что эта сеть, в принципе, всегда кишит объявлениями о том, что скидка дешевле на 50%. Там эти скидки постоянно. И знаете, очень интересно, есть ли экстра вот это от 50 еще вот этих процентов, какая-то действительно скидка, и действительно ли вышла ваша покупка дешевле, чем в других магазинах? Ну и напоследок, женщина в Анталии заявила в полицию о краже ценных вещей в своей квартире. Полиция выехала на обычный вызов в квартиру. Когда ей начали задавать вопросы, типа, что произошло, у нее там перевернуты были там вещи, вываленные из шкафов, перевернутые диваны, в которых там что-то, в общем, лежали какие-то вещи. В общем, все, действительно эффект создавалось, что у человека произошло дома ограбление. Когда ей полиция начала задавать более уточняющие вопросы, рассказать, как произошло, что вообще было, если подозреваемые какие-то, женщине внезапно стало плохо, она стала задыхаться, у нее что-то типа панической атаки начало проявляться, ей вызвали бригаду скорой помощи, которые ей помогали, и полицейские, там, участвующие начали снимать это на видео, то есть, ну, такая экстра, неординарная была ситуация, что женщине плохо и так далее. Это актриса, которая еще не получила Оскара, и явно ее место в турецких сериалах пропадает. Девушка инсценировала ограбление, на самом деле ничего этого не было, и свой приступ состояния физического тоже здоровья она инсценировала, потому что она пыталась тем самым спрятать, скрыть, закамуфлировать свои траты по кредитным картам мужа. В общем, она растратилась, что-то там покупала, деньги куда-то, в общем, дело, и решила инсценировать ограбление в доме, что деньги там или там покупки, которые были приобретены, их украли. Вот такая новость за завершение нашего выпуска. Пишите, пожалуйста, комментарии, какая из новостей вам понравилась больше, а какая, например, не понравилась. Напишите обязательно, интересно почитать ваше мнение об этом. Так что всем желаю хорошего настроения, летнего, теплого, чтобы у вас их было хорошо, чтобы вы отдохнули. До встречи в новом выпуске новостей из Турции. Скоро увидимся. Всем пока.